Впрочем, некоторые нардепы все еще в Украине. Например, троица, по которой Рада поддержала ходатайство Луценко, должна была явиться сегодня на допрос. Добкин пришел в генпрокуратуру даже раньше назначенного времени. С собой взял сумку с вещами, мол, ожидал задержания прямо во время допроса. Его коллега от БПП Борислав Розенблат прибыл на допрос в НАБУ. А вот фронтовик Максим Поляков к антикоррупционерам не явился. Уверяет, что заболел. Вместо него пришел адвокат и даже медицинскую справку показал.